прошлом сезоне Ростов дома в чемпионате Рубину проиграл 1-3. Лебеденко, ныне выступающий за Терек, забивал тогда за Рубин. Также отличились Рязанцев и Кисляк. Кириченко забил у Ростова. И подчеркиваю, сегодня он в стартовом составе, но пока мало заметен. Его плохо питают мячами полузащитники. А вот Рандона питают очень здорово. И он этим пользуется. Он забивает свой второй гол. Вот три момента у Рандона. Два гола. Отличная реализация. А что делают защитники? Почему они никак не могут разобраться, кто в таких ситуациях должен играть с Рандоном? Здесь провал. Салата падает. Не удержался на ногах Гитикежев. А Коронко где-то застрял. Ну и с близкого расстояния точно в угол. Вот со скока от газона кладет Рандон. Продавил он защитников. Откликнулся в оброс. И распорядился моментом более чем грамотно. 0-2 в матче Ростов-Рубин.